Всем привет! Вчера наблюдал интересный КВК, точнее уже даже до сегодня это дошло. КВК длился у них 24 часа. Закончился минут за 20 только до конца КВК. Сегодня. Удержали по времени. Алекс 4 семерки из 473 королевства, наш топ русскоязычный. 45-я цита, 3,2 ярда силы. Статистика по 4,9, 13 тысяч, насколько я помню. Хорошая статистика такая. Он захватывает 558-е королевство. А с этим королевством мы подписали слияние. И нам было интересно узнать статистику Билли. Билли Вавилли, видите название на троне. Все, он его выбивает. Я пишу Алексу. Прошу показать статистику его. Он мне потом отпишет, скажет его характеристики, сколько там чего. Этот КВК продлится целые сутки. По итогу Билли сольется с 3,5 ярдов до 2,2. В королевстве все почти посливаются у них. Останется даже без Т-12 они останутся. Нечем будет меги заполнять. Много там рус игроков. Мы с ними поддерживаем связь, общаемся. Они рассказывали, присылали отчеты. Конкретно они слились. Вот Билли пытается отбить трон. Хотя по статистике он сильно уступает Алексу. Ждем-с. Это было еще вчера. Видео сделано из нарезок. Вчера записывал немного, сегодня записывал немного. В итоге они его выбьют, Алекса. Собьют время ему, сами посидят. Он их обратно выбивает, а это уже сегодня. Они собирают двойную мегу. Вторая 44-я здесь кам. Он по статистике выше даже, чем Билли. С 558-го королевства они. А тут Алекс 3 ярда силы уже. Был 3,2 начинал. По времени, видите, 10:24. Практически одинаковое время захвата у них. А нужно 12 часов обязательно. Либо постоянно 8 часов непрерывного захвата. Либо 12 часов по времени. 2-я мега идет четко, одновременно. Алекс добавляет войска. Против каждого из них он сильнее, но против двойной меги он не выдержит. Я хотел сначала с музыкой сделать, я озвучка и музыка одновременно делал, и мне не понравилось как это. Слишком громко музыка. Уже целый час с этим видео мучаюсь, и так и сяк его делаю. В итоге, как всегда, тяп-ляп, наверное, сейчас выпущу. Так, первая мега проиграла. И второй мега они его выбивают. На троне получается щит. Ровно час. Потому что долго владели троном. Убили силы уже 2,6 ярда. Кам 1,7 остается. У 473-го королевства, конечно, много 44-х, 45-х цит. Много Т-13. Десять двадцать пять время. Проходит час, Алекс собирает снова мегу, идет на трон. Два и девять силы у него.
Били 2,6 уже. 1,7 гам. В чате, в общем, мы там переписываемся с 558-м. Билли рассказывал, что он потратил 1,3 миллиона золота за этот КВК. Кам усилился на 1000%. Задонатил конкретно. Кам перехватывает главу Меги. И Билли почему-то выходит из трона. Чмошник 473. Еще 44, еще 43. Один с 31 время, 10-10. Им оставалось отсидеть всего лишь 27 минут. И они бы смогли забрать свое королевство. За этот КВК хорошие награды давали, двойные. Поэтому все старались взять по 2, по 3 королевства. Кому-то повезло, кому-то нет. А, значит, я ошибся, это не Билли вышел из трона. Он сначала добавил туда подкрепление. А я когда вчера смотрел, мне показалось, что он наоборот отзывает войска. А это значит лишние были. Не поместились. Башни стреляют. Урон от этих башен очень даже неплохой. Вчера сидел на троне, худел только так, пока башни не повыбивали. Ждем. Некоторые моменты надо было ускорить, а я просто объединил отрезки. Старался записывать полностью, максимально этот момент, как мега вышла, как мега дошла. Потому что бывают некоторые моменты, что соба удары, они же быстро происходят, ты их не успеваешь записать, когда отрывки делаешь. Не повезло 558-му королевству. Жалко ребят, с одной стороны, там, русскоговорящих. Они конкретно посливались, и ускор 300% уже включился. Просто восстанавливаться нечем им будет. И как назло, еще лихорадка же была на этап тренировки рекордов. Все посливали. 11:33 время. 27 минут не хватило. Снова они собирают двойную мегу, хотят выбить. Но толком войск уже нет. Именно состав мега-кооперации был походу хреновый. Десять 47, 11:33. Убили силы 2:63. Два 95 у Алекса.
Дорого этот КВК дался, дорого. А это с 414-го. Зритель прилетел посмотреть. Он там башню держал какую-то, мешался. Не смогли. Обе меги в хлам разбились. Тут Билли не выдерживает и в соло бьет. Отчаянно. Два и два сила становится. Начинал с 3,5. Полтора ярда потерял. 1,3 миллиона золота. В итоге Алекс удерживает трон, по времени захватывает 558-е королевство. С чем его и поздравляем. Это игра. Здесь нет каких-то там личных отношений, именно что. Друзья, враги все здесь. Событие такое.